Казалось бы, новая школа, но люди уже побаиваются пускать туда детей. По словам жителей Гурулюбы, не ровен час, как здание пострадает вместе с учениками. Родители испугали вот эти разломы. Новая гурулюбинская школа уходит под землю. Местные рассказали, что уже порядка 40 сантиметров провалы. А школу построили в прошлом году. Перед 1 сентябрем, говорят, подлатали. Дыры в земле заделали. Куда смотрят контролирующие органы? Никакой истерики разводить не надо. Значит, просадка имеется только по сетям канализации. Значит, это выявлено было весной этого года. Те самые сети, по словам одного из учителей, строили в холода. Из-за этого во дворе и возле самой школы появились провалы. Однако просадка грунта не угрожает ни жизни, ни здоровью учеников и учителей. Школа имеет свои отдельно стоящие фундаменты. То есть это железобетонный каркас. Каждая колонна имеет свой фундамент. Под наружные стены, значит, предусмотрен ленточный фундамент. Он никак не сопряжен с канализационными сетями. То есть из-за просадки сети школа не развалится, но зато проблемы появятся у подрядчика. Ведь работали строители в апреле-мае. Почва тогда еще холодная, да и грунт толком не уплотнили. В итоге земля посыпалась обратно в траншею. Все работы, которые представляли опасность, значит, работы проведены, опасность устранена. С подрядчиком идет работа правовая в этом направлении. С подрядчиком будут судиться, а провалы вызывают лишь эстетическое недовольство. Но и это обещают исправить за счет гарантийных обязательств. Будамунхоев, Николай Сластин, телекомпания АТВ.